Добрый день! Всем привет из Вивяскуля, из интернет-магазина saunahisi.com. Добро пожаловать! Покупать доставка по России. Хотела вам представить финскую натуральную косметику, которую можно есть. Настолько она чистая, натуральная, от фирмы Мелис. Это серия Сауна Арктика. И эти крема и скрабы можно использовать в бане. Они созданы специально для бани, потому что баня обладает усиливающим эффектом. Все продукты, все вещества минеральные, которые здесь есть, они впитываются с более быстрым эффектом. Первое у меня, значит, мед и торф. Торф, он финский суперпродукт, там очень много минералов. Очищает кожу очень нежно и увлажняет ее. Следующее — мятный шоколад и мед. Давайте попробуем, можно ли его есть. Вот, пожалуйста, посмотрите, какой красивый шоколадный цвет. Очень вкусный. Вкус и аромат мяты и шоколада. Дальше береза и мед. Понюхаем. Пахнет березой, прозрачной. Мед и деготь сосны. Пахнет дегтем. Немножко, но не очень сильно. Следующее. Белый торф и мед. На самом деле белый такой, как светлый мед липовый. Сладкий, очень приятный, ароматный. А это мой любимый крем. Это скраб. В одном лице крем и скраб с семенами морошки. Морошка — это уникальная северная ягода. Финны могут гордиться этим кремом, потому что морошка очень-очень богата витамином С и природными антиоксидантами. Раз она смогла выжить на территории такой северной очень в экстремальных условиях, то всю свою силу она дает нашей коже. Посмотрите, здесь маленькие такие семечки морошки. И когда их намазываешь, они очень нежно скрабируют кожу. Сладкая. Отличное средство по уходу за кожей. Я замечала, что когда намазываешь, ее кожа становится очень гладкой. И сауна, опять же, при очень небольшой температуре усиливает эффект всасывания. Спасибо за внимание. Добро пожаловать покупать финскую натуральную косметику в магазин saunahisi.com.